спать, к ним ночью тихонько подкрадывается добрый Оля Лукоя, одет он чудесно, но никто не знает как, потому что ночью темно и ничего не видно. В руках у него два зонтика, один цветной с картинками. Он раскрывается над хорошими детьми, и всю ночь снятся отличные оценки, горы шоколада и мультфильм «Смешарики». Другой совсем простой, одноцветный зонт. Он раскрывается над нехорошими детьми, и им всю ночь снятся двойки, манная каша и балет «Ленин в 18-м году». Но мало кто знает, что есть еще третий зонтик, который Оля Лукоя раскрывает над спящими учителями. А поскольку спят учителя мало, и застать их дома практически невозможно, Оля Лукоя часто передает им сны по телефону. За икру. За такую цену ее даже в правительстве не едят. Будете привередничать, я вам вместо икры на весь месяц 30-томник Достоевского присню. Думаю, вам весело тогда будет. Ну и учителя нынче пошли. Все им не так, не этак. То ли дело из 32-й школы звонят. У них сны возвышенные, даже исполнять приятно. Вот заказали вокальный ансамбль детской музыкальной школы с песней «Мамины глаза». Встречайте. Thank you.